Наблюдается аномальная жара. Здесь играет роль два фактора. Многие злоупотребляют кондиционером. Не повод от него отказываться. Подышать над вареной картошкой. Нет. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. 17 июля отмечается Международный день кондиционера. В некоторых источниках этот праздник называют как день рождения кондиционера. Ну, нам не важно вообще, как именуют этот день. Сегодня мы поговорим именно про виновника торжества. Тем более, эта тема сейчас актуальна. У нас в Воронеже наблюдается аномальная жара. Многие злоупотребляют кондиционером. Он работает дома, в офисах, в личном транспорте. Можно ли подхватить насморк, сидя под кондиционером? Конечно, велика вероятность заболеть, находясь под потоком кондиционированного воздуха. Здесь играют роль два фактора решающих. Это температура и влажность кондиционированного воздуха. То есть снижение температуры резкое приводит к снижению местного иммунитета, да, подрывает собственные защитные силы организма, а низкая влажность кондиционированного воздуха, она подсушивает слизистую, снижается также защитное свойство мерцательного эпителия. Поэтому слизистая вот, при воздействии, да, в совокупности этих факторов, она снижает свои защитные свойства, становится более уязвимой для респираторных вирусов. Если вот человек хочет спрятаться от жары и хочет включить кондиционер, Все минусы, да, кондиционера, не повод от него отказываться в любом случае, просто соблюдать необходимы некоторые правила, то есть не находиться под струей воздуха, да, под потоком непосредственно, поддерживать оптимальную влажность в помещении и оптимальную температуру устанавливать, то есть в пределах 20-22 градусов. Любой ли источник холода может вызвать насморк? Ну, сам по себе холод, да, понижение температуры окружающей среды заболеваний не вызывает. Важно понимать, что насморк и ОРВИ в целом, да, те болезни, которые ринитами сопровождаются, они вызываются инфекционными агентами, то есть это либо вирус, там в большинстве процентов случаев, либо бактериальная инфекция, тут мы уже имеем дело чаще с осложнениями. А холодный воздух, он только провоцирует развитие заболевания ввиду того, что снижает защитные функции наших слизистых верхних дыхательных путей. А давайте представим, вот человек посидел под кондиционером, заработал себе насморк. С чего начать лечение в первый день? Желательно не бездействовать, да, конечно, на самотек пускать этот процесс нельзя. И до того, как вы обратитесь к врачу, желательно начать хотя бы с промывания гипертоническими растворами стерильными морской воды. В целом все наши манипуляции, все меры будут направлены на снятие симптоматики, так как большинство респираторных острых заболеваний, они вызываются вирусами. То есть в целом нам нужно обеспечить покой организму, согревание и обильное теплое питье с целью уменьшения интоксикации. А капли в каком случае стоит начать употреблять? С каплями вопрос несколько сложнее стоит, потому что на российском фармрынке огромный перечень, да, назальных средств представлен. Это и антибактериальные, и сосудосуживающие препараты, и гормональные, и комбинированные. И у каждого препарата есть свои как показания, так и противопоказания. И желательно, конечно, режим дозирования, курс лечения, длительность курса подбирать с врачом с учетом возраста, сопутствующей патологии, наличия там или отсутствия осложнений, да, с учетом стадии заболевания в конце концов. Промывание морскими растворами дает ли положительный эффект? Да, достаточно неплохой эффект. В качестве вспомогательной терапии чаще всего при ОРВИ, которые сопровождаются насморком, отечностью полости носа, используются гипертонические растворы для промывания. Во-первых, они работают по осмотическому принципу, то есть они противоотечное действие оказывают, это раз. Во-вторых, при промывании механически удаляется все патологическое отделяемое из носовых ходов, то есть гной, слизь, да, все, что у нас там есть. И сам по себе химический состав морской воды, он благоприятно воздействует на восстановление слизистой, минеральный состав воды.
А как вообще медики относятся к таким вот бабушкиным методам, когда, знаете, там советуют, особенно пожилое поколение, советуют подышать над вареной картошкой, над луком, даже сок чеснока закапывать? Нет, никаких закапываний. Звездочкой мажут. Никаких закапываний лука, чеснока, меда, лимонного сока, растительного масла и все это в различных сочетаниях. Дышание над картошкой нельзя, потому что кроме осложнений ничего это не вызовет. Должного эффекта это не возымеет, само собой. Вот, тут главное хоть бы и осложнений не подхватить. Как понять, что насморк затянулся и следует обратиться к врачу? Ну, сам по себе насморк не столько опасен, как опасно его осложнение. В первую очередь это синусит или риносинусит, воспаление околоносовых пазух. Если вы отмечаете температуру выше 38, да, то есть выше субфебрильных значений, если появляется интенсивная головная боль или чувство распирания в области лба, верхней челюсти, подглазничная область, либо переносица. Если в течение пресловутых 7 дней, за которые насморк, как нам обещают, да, пройдет, 7-10 дней, наблюдаем за собой, если состояние значительно не улучшается субъективно или симптоматика только нарастает, то, конечно, это повод посетить специалиста. Может ли насморк перерасти в стадию хроническую? Может перерасти. Здесь в первую очередь играют роль анатомические особенности дыхательных путей. Чаще всего это главный такой предрасполагающий фактор к хронизации процесса. Ну и длительный нелеченный процесс, да, вот, тоже может к хронизации привести. А хронический насморк, он передается по наследству? Нет, конечно, это приобретенная патология. Какие современные методы лор-диагностики появились за последнее время? Ну, в данный момент диагностический, спектр диагностических мероприятий довольно-таки обширен, да, то есть помимо стандартного инструментального осмотра мы используем лучевые методы диагностики по показаниям ЭТ-рентген, компьютерной томографии, да, как более информативный, более точный метод, ультразвуковое исследование при наличии противопоказаний к методам лучевой терапии. Ну и, конечно, золотым стандартом является эндоскопическое исследование. Мы используем как жесткие эндоскопы, так и гибкие эндоскопы или фиброскопы, как называются. Последние комфортные при проведении исследований даже для самых маленьких пациентов, для деток, ввиду того, что сам по себе эндоскоп, да, представляет собой тоненькую трубочку. Она гибкая, достаточно мягкая, и никаких неприятных ощущений при прохождении носовых ходов, носоглотки, вплоть до преддверия гортани не вызывает. То есть это безболезненная процедура? Абсолютно. Длительной подготовки никакой не требуется особой, а информативность достаточно высока. То есть мы в высоком разрешении можем увидеть анатомические особенности строения, да, органов и интенсивность воспалительного, да, патологического там процесса. С какими жалобами чаще всего воронежцы обращаются к лор-специалисту в летний сезон? Ну, летом чаще всего, конечно, обращаются с наружными отитами, то есть это после купания в водоемах, особенно, да, открытых, там, в бассейнах, где достаточно много патогенной флоры. После того же самого длительного пребывания под кондиционером после местного переохлаждения средние отиты тоже часто встречаются летом, но это чаще после, ну, как осложнение после перенесенного воспалительного процесса в носу или в носоглотке. Ну и риниты, риносинуситы, опять же, переохлаждение и бактериальная флора, вирусная флора играет свою роль.